был выбор, поскольку все достойно управляли своими железными конями, но победитель должен был быть один. И сразу скажу, что учитывалось. Учитывалось, кто первый доедет до конца, так сказать, этой импровизированной невинной трассы, а кто более грамотно владеет мотоциклом, сцеплением, тормозом, не уходит из заноса. Спасибо, было круто. А продолжаем дальше движение, то есть виртуозная езда на мотоцикле. И я хотел бы пригласить сюда победителя, так сказать, участника дуэта, отец и сын, парня в желтом шлеме, Марченко Андрея. Да, этот чувак показал свой класс не только на своем мотоцикле, пересаживался на другие и также побеждал. Охренительный пилотаж. Также победитель в самой медленной езде. Это было очень тяжело. Поздравляем! А Сюша, просто не знаю. Сейчас мы говорим слово нашему главному ведущему, потому что нам нужно пригласить наших партнеров и друзей.